совместил с рабочей поездкой Таласский район. Там он посетил ряд социально-культурных объектов, а также встретился с местным населением. Он дал конкретные поручения ответственным лицам для решения проблем района. Сначала Бердбек Сапарбаев посетил село Каскабулак Таласского района, осмотрел новую школу и встретился с местными жителями в Доме культуры. Разговор шел о дружбе, мире и согласии. Село Каскабулак является одним из самых процветающих мест в Таласском районе. В прошлом году здесь не было зарегистрировано ни одного преступления. Практически каждый дом содержит свой скот. Ни одна семья не получает адресной социальной помощи от государства. В нашем ауле проживает 143 семьи, которые занимаются сельским хозяйством. Практически в каждом дворе имеется мелкий крупный рогатый скот. Благосостояние людей хорошее. В 2019 году ни одна семья не получила адресной социальной помощи, а в этом году никто даже не подавал заявок для получения АСП. Затем